Москве впервые прошел всероссийский конкурс технологических проектов «Криптонит Стартап Челлендж». 10 финалистов боролись за призовой фонд в 10 миллионов рублей и возможность пройти обучение в Академии BCG Digital Ventures в Берлине. У каждого из конкурсантов было 15 минут на то, чтобы представить свой проект и ответить на вопросы членов жюри. В их числе глава X-холдинга, Мегафона и Mail.ru Group. Ну, это стандартный набор критерий, всякий раз ты смотришь, ну, что важно, могут ли реализовать то, что сказали. Естественно, технологическое отличие там есть оно и нет, и бизнес-модель, по которой выходит, потому что можно сделать прекрасную разработку, но не внедрить ее. Первое место досталось стартапу Ibris, который разработал систему удостоверения личности на основе голоса. Команда-победитель получила чек в 6 миллионов рублей из рук главы X-холдинга Антона Черепенникова и привлекла интерес инвесторов к своему проекту. Разумеется, мы общались с коллегами из Криптонита. И, как я понял, там у коллег, которые взаимодействуют с Криптонитом, действительно есть большой интерес, чтобы задействовать наши технологии в их решениях. Конкурс организован компанией Криптонит, входящей в X-холдинг Антона Черепенникова.